В рамках 29-го тура первой лиги Казахстана наша сборная на своем поле приняла команду «Ак-Жайык» Запада и одержала победу со счетом 2-1. Таким образом, футбольный клуб «Елимай» набрал 76 очков и стал чемпионом без единого поражения. В рамках 29-го тура первой лиги Казахстана футбольный клуб «Елимай» на своем поле встретился с уральской командой «Ак-Жайык». С началом игры семичане атаковали, и на третьей минуте Арман Смаилов отдал пас российскому легионеру Павлу Яковлеву, который принял мяч и забил его в ворота соперника. Ранний гол приковал внимание зрителей. Через полчаса на 33-й минуте центральный защитник «Ак-Жайык» Роман Башко головой забил мяч в ворота «Елимая» и сравнял счет. В первом тайме две команды не уступали друг другу. Во втором тайме «Елимайцы» ускорили атаку. На 69-й минуте Павел Яковлев сделал пас в штрафную, а Бека Кавторадзе, вышедший на поле из запасного состава, вывел команду вперед. Счет 2-1. До конца матча гости ожидали равный счет, но команда «Елимай» не дала такой возможности. Таким образом, «Елимай» стал чемпионом первой лиги Казахстана, ни разу не проиграв. Болельщики, которые пришли посмотреть последнюю игру сезона, стали свидетелями запоминающейся игры. Команда с Запада играла в премьер-лиге в прошлом году. Все не так просто, как видите. Наша команда хорошо старается. Теперь, несмотря на то, что мы уже завоевали чемпионский титул, мы уверены, что продолжим беспроигрышную серию матчей. Счет пока идет на одном уровне. У нас много надежд на следующий год. Елимай совершил подвиг в этом году. Был в центре внимания страны. Ждем, если не победу, то хотя бы равный счет. И дальше, чтобы наши готовились к следующей игре. В 90-е годы Аким трижды вывел наших в чемпионы. Кто, если не мы, как говорится? Футбольный клуб «Елимай» провел в первой лиге 28 матчей, набрал 76 очков и официально завоевал долгожданный кубок. Хочу поблагодарить руководство области в лице Акима нашей области, Нурлан Тыныч Уранхаева, Акима города, Нурбул Нурсагатова, облспорт, за то, что принимали непосредственное участие как и возрождение футбольного клуба «Елимай», так дальше оказывали всестороннюю помощь. Ребята молодцы, низкий поклон ребятам. На протяжении всего сезона прошли без поражений. Они вошли в историю как и чемпионы, и как то, что игроки, которые не потерпели ни одного поражения. Поэтому ребятам честь и хвала. Я благодарен ребятам, благодарен болельщиков и всю область Абай и всех семичан поздравляю с этой победой. Футбольный клуб «Елимай» смог собрать опытных спортсменов на пути к победе. В течение сезона тысячи болельщиков приходили и поддерживали каждый матч наших футболистов, которые не потерпели ни одного поражения. Команда в хорошем настроении отправилась в отпуск. В ближайшее время начнется подготовка к следующему сезону. Желаем успехов нашей сборной в долгожданной казахстанской премьер-лиге. Талжин Шакыртхан, Аслан Ертисбаев, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».